on behalf of Ukraine. Интересно будет сейчас на нее тоже посмотреть. В общем-то, довольно-таки известные тренеры ее тренируют. Вот лучший результат ее в карьере — 12 место на чемпионате Европы было. Это несколько лет назад. Музыкальная тема из Самсона и Далилы Камилы Сен-Санса выбрана. За то, что не было выезда, один минус поставить? Я думаю, что это минус 2 будет. Вполне возможно, что кто-то даже поставит минус 3. Прыжок по вращению 4-го уровня. Но при условии, что судейской бригаде достаточно будет этого разворота, который она сделала. То есть это, если они засчитают, что это полноценный, достойный разворот, да, на черту, да, сложности. Да. Где-то она удерживает выезд, да, а через раз, в общем-то, да, а где-то не получается. Ну, в общем, очень многие выезды из прыжочков смазаны. Такое ощущение, что у нее свободная нога задерживается впереди, а плечи начинают разворачивать. Вполне возможно, что она просто с раскрытием немножечко опаздывает. Комбинированное вращение тоже 4-го уровня по логике вещей. Изящным законом завершил Наталья Попова свое выступление. Сумма невелика.
Ну, потому что мы уже, по большому счету, по ходу ее выступления все эти ошибки и подчеркнули. Ну, и ошибки подчеркнули, и потом, в общем-то, на мой взгляд, немножечко и все-таки скорости какой-то не хватало на протяжении всей программы. Прям хотелось немножечко подтолкнуть ее. Да, и программа почему-то целостного впечатления не оставила. Вообще тема Самсона и Далила весьма популярна. Ну, она, в общем-то, наверное, не самая простая для того, чтобы ее как-то передать на льду. Ну, выбрана была лирическая тема. Это без вот того драматургического напора, который в свое время брали те же Мэрил Дэвис и Чарли Уайт. Но, тем не менее, какой-то целостной картины вот эта вот программа не оставила. Ну, мы уже представляли тренера Виктора Петренко, Галина Змеевская, это Нина Петренко. Дочь Змеевской и жена Виктора. Такой большой семейный бизнес. Ну, точнее, сейчас он, конечно, не очень большой. Но в свое время, конечно, в Советском Союзе Галина Змеевская... Ну, в Советском Союзе, да. Виктор Петренко, Оксана Баю. Оксана Баю, да. Украинская школа. Еще был Дмитренко, ведь, по-моему, у нас еще. Да, еще да, был. Дмитрий Дмитренко. Да. Это как раз рубеж 80-х и 90-х, начало 90-х. Ну, начало 90-х. Да, начало 90-х. Я бы сказал, наверное, год даже 93-й, вот так вот, наверное, уже. Не, ну Петренко-то выиграл в 92-м, Виктор Петренко. Вот опять то же самое мы сейчас наблюдаем, что, судя по всему, техническая бригада внимательно еще раз посмотрела какие-то повторы, каких-то элементов. И сейчас нам объявят вердикт. 8.15. Это даже ниже, чем у Брукли Хэн. Ну, это немного совсем.